Некоторые отрешенность и неуверенность заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Главные качества этого имени – изобретательность, коммуникабельность, живость движений и испытываемая сполна радость жизни. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Слабой стороной для людей с этим именем станут их чрезмерная гордость и независимость. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «С» в имени вносит в жизнь человека следующую особенность. В тяжелой общественной ситуации олицетворять собой надежду на лучшее. Отличает этих людей неспособность находиться в одиночестве. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква «С» в этом имени дает человеку умение подстраиваться под других людей. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.